Всем привет, дорогие друзья, привет, дорогие участники банды енотов. Сегодня бы я хотел открыть набор на... Нам нужно 3 человека для нашего паблика ВКонтакте, чтобы его как-то оживить, потому что, ну, канал каналом, да, а паблик пабликом, то есть это как бы каналом занимаюсь я, и зачастую у меня не хватает времени на то, чтобы заниматься пабликом. Поэтому открывается набор на 3 человек, 3 модераторов, которые будут выполнять определенные функции. То есть, ну, нас уже как бы 2 есть в паблике, ну, даже 3-4, ну, фактически нас 2. Вот, и поэтому мы хотим... я начал сбиваться с мысли. Ну, в общем, суть в следующем. Будут определенные действия, которые должен делать каждый человек в день. Ну, там, допустим, запостить там какое-нибудь приветствие с добрым утром, вот, ну и так далее. То есть мы все расскажем, все покажем, как делать. Вот, и в день вам необходимо будет тратить от 1 минуты до 17 минут в день. То есть где-то в общей сумме я считал 39 минут в день необходимо в неделю, 39 минут в неделю необходимо тратить на вообще паблик, ну, может, там больше, меньше, даже кто как работает, так сказать, с компьютером, вот, я же не знаю, может, вы какой-нибудь ас и все очень быстро делаете, вот, и поэтому мы набираем набор 3 модераторов, какие бонусы, вообще, какие поощрения будут в целом-то, ну, во-первых, есть такой один из бонусов, как, ну, поощрений. То есть от нас с Михаилом, главным модератором, это раз, ну, 2 раза в месяц получается человек, который модератор и выполняет все функции и не, ну, как-то не косячит, можно так сказать, он получает игру в Стиме до 300 рублей. До 300 рублей 2 раза в месяц, ну, например, 10 и 25 числа, когда зарплату не выдают. Вот, он получает по игре в Стиме. Ну, в принципе, я думаю, нормально, да? То есть, когда ты тратишь, получается, сколько? В неделю 40 минут. Ну, где-то, если считать так, в сумме, да, то ты за 1.5 часа в 2 недели тратишь 1.5 часа за 2 недели. Всего за 2 недели, да? То есть, один день минуту потратил, один день 12 минут. Ну, все это суммируется, ну и вот получается, что ты, грубо говоря, в 2 недели 1.5 часа что-либо поделал и получаешь игру в Стиме до 300 рублей. Либо ты как бы говоришь, нет, не надо мне до 300, давайте через месяц, ну то есть как бы еще 2 недели пройдет, и давайте за 600 рублей. Ну, в общем, я думаю, ну это так, конечно, мелочи, ну то есть вот эти все... Но я думаю, они как бы поспособствуют тому, что ну, как бы мотивация, что ли, лишний стимул. Вот. Помимо этого всего, также вот, допустим, ну, там будет матрица, грубо говоря, ответственности, что вот нас будет всего 4 человека, и эти 4 человека, да, ну, то есть, не получается, каждый делает свое в день. И будет человек, который ничего в этот день не делает. Ну, так получается, что у него как бы свободный график, да? Он, естественно, будет контролировать всех. И если кто-то не справляется, то он как бы фиксирует нарушения. Ну, там все, в принципе, уже прописано. Ну, и, в общем, человеку, который зафиксировал 3 нарушения, ну, получается, у разных людей, или, допустим, у одного и того же человека 3 раза он зафиксировал нарушение, то, естественно, ему приходит та игра, ну, то есть приходит то поощрение человека, от которого мы лишим, то есть потому что, ну, нужно все делать четко, грамотно, и люди должны понимать свою ответственность, и, естественно, контролирующий тоже должен понимать, что вот как он контролирует, то, следовательно, ну, как сказать, все должно быть четко и выполняться, то есть это, так сказать, пряник и кнут. Ну, что еще, какие поощрения? Ну, естественно, главные модераторы будут озвучены, так сказать, в общем списке всех пользователей, видео, там будут определенные права дополнительно, также какие-нибудь особые премии. Что нужно делать? Давайте я сразу расскажу весь список, перечень функций.
которые будут возлагаться на человека, который захочет стать модератором. То есть это функции, они как бы распределены по дням, это не все в один день, конечно же. Ну, во-первых, будет функция такая, как постинг каких-либо новостей, видео, группу там не более 24 часов она должна быть, эта новость, а то считается баяном уже. Вот, постинг, то есть там получается, ну, где-то 15 изображений в день, ну, то есть там будут планирования через определенный сайт, то есть просто вечером заходишь, 15 картинок запланировал на день, там будет определенное время даже, когда их планировать. Потом приветствие, ну, грубо говоря, прощание со всеми енотами в паблике каждый день, то есть утром, вечером. Ну и постинг всех видео, которые выходят в день, в этот день на канале, то есть, ну, тоже не так много, да, в принципе. Вот, это как бы один день, что человек делает. Допустим, в следующий день он делает постинг музыки, то есть берет картинку, немного описания группы и их аудиозаписи, то есть, грубо говоря, показывает всем енотам какую-то либо новую музыку, либо старую, но классную, чтобы они взяли и просто себе на стену скинули и послушали ее. Вот, следующее что? Это создание обсуждений, то есть это уже тоже другой день, ну, различных обсуждений вечером, то есть, ну, когда приходишь на работу, вечерний трюк, можно назвать это, человек бы все это, ну, то есть создает просто обсуждение, ну, и мы уже обсуждаем, подключаемся все. Следующее, что обсуждение, да. Ну, в целом, если он захочет, то есть там на всех эта функция, на всех абсолютно модераторов будут, вот, есть какие-то новости интересные в интернете увидел, но он не отвечает сегодня за постинг, то просто взял и запостил в группу, то есть, ну, там, конечно, шлаг должен быть, не баян, ну, что-то интересное. И там также будет один человек будет заниматься играми с нами, с подписчиками, как, ну, в онлайн игры, в МРПГ различные. А один человек будет заниматься играми ВКонтакте, ну, там, допустим, когда игру по скриншотам, ну, и так далее. То есть, все расскажем, все покажем. Вот, ну, и, конечно, один нюанс, что, как бы, вот эти поощрения вводятся спустя 2 месяца после приема, так сказать, человека на должность, потому что, ну, для чего это сделано, ну, я думаю, это понятно, это как во всех таких, знаете, небольших организациях, да и вообще везде есть что-то вроде испытательного срока, чтобы мы присмотрелись к человеку, что нет ли у него каких-то истинных корыстных целей, ну а в целом дальше он уже будет вполне спокойно получать поощрение. Вот, ну, ну и, конечно же, вот эту всю систему, которая вводится, нужно ее как бы отфильтровать, чтобы она работала, чтобы все было круто. Еще раз повторяюсь, нужно тратить от 2 минут до 17 минут в день на паблик. То есть максимум это 17 минут, это вот 2 раза в неделю, у кого-то 1 раз в неделю. Ну, то есть это вот постинг, то есть там вторник, пятница, допустим. Ну, а все остальное он, допустим, взял, запустил музыку, взял, запустил, допустим, вечерний трёп. Ну, то есть вот так вот будет работа вестись, то есть не так, что на одного человека все возложено, будет как бы матрица ответственности, будут и контролирующие, ну, в общем, все будет очень слажно, и все, в принципе, я думаю, что будут с темой работать. То есть, допустим, у вас не получается запостить, да, что, ну, то есть, заняться постингом сегодня, да, допустим, запланировать, он просит другого человека в списке, что другого модератора слушать, давай поменяюсь с тобой. Взяли, поменяли, все отлично. Или, допустим, он говорит, что не может, спросил еще у кого-то в списке модераторов. Тот тоже говорит, ну, слушай, я сегодня не могу. Ладно, уже когда все отказали, уже можно мне написать, и я, в принципе, сам этим займусь. Ну что ж, дорогие друзья, в общем, вот такая вот идея. То есть, что вообще дальше нужно, если вдруг у вас возникло желание? Во-первых, необходимо подать внизу анкету, ну, заполнить анкету, она будет внизу где-нибудь под видео, и отправить ее Михаилу. Ссылка даже будет внизу под видео, кому отправлять это все. И в целом дальше мы уже выберем, ну, кандидатов. Вот такие вот новости, дорогие друзья. Ну, также, если у вас есть какие-то идеи, то в этой анкете про